Всем еще раз доброго времени суток. С вами снова Лорд КДА. Так, ну что ж, за тайцев я решил напасть вот сюда. Тут мы, кстати, получаем рыбомолот. Ой, рыбомолот, небесный луч. Погнали. Наступаю на эльдаров, потому что у них марш флота. Как-то так у них перк называется, еще раз. Я не помню. Ну, в общем, быстрое передвижение по своим территориям очень важно. За некронов я очень долго, медленно и неотвратимо пехал. Без этого перка. Поэтому... Поэтому за Тау я не собираюсь так долго пехать. Так. Круто. О, один компьютер, отлично. Я вообще сейчас сделаю изи. Что-то FPS как-то. А, все нормализовалось. Немножко. Пошлите нас на врага. Мы вслазь поохотимся. Она будет нашей. Она будет нашей. У нас костюмы готовы. Мы возьмем ее прямо у врага под носом. Пошлите нас на врага. Она уже наша. Ну она давай. Она будет ах нашей. Ты. Она уже наша. Она уже наша. Она уже наша. Мы возьмем ее прямо у врага под носом. Она будет нашей. Она будет нашей. Мы ударим из укрытия. Так. Бесшумные охотники готовы. Мы возьмем ее прямо у врага. Ты все 15 готов к следующему заданию. Быстрая и бесшумная смерть. Наш срок вышел. Так, ребята. Доламывайте, а. Цель наша. Так. Наша охота началась. Осла готовы. Как они могут не верить в силу высшей справедливости? Так, 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 так. Вот он, дрончик. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Мы терпеливые охотники. Сейчас мы быстренько разберемся с этим всем делом. Круто с вами. Империалы рассчитывают на нас. Так, надо, короче, срочно ставить нашему командиру шлем. Точнее, у него тут не шлем, а какой-то навигатор же. Стреляйте прицельно. В прошлом выпуске мы выяснили дополнительная антенна. А то ему своей на голове мало. Этот поход окупит себя. Че, достаточно быстро сейчас развалим. Несмотря на то, что не сильно-то он много-то у нас и сил. Че, затраченное время 2 минуты. Ну, допустим. Вот эти вот вообще офигели. Из карабинов с такой дистанцией фигарят. Ну вот и все, собственно. Ай, да. Я офигею. С такой дистанции с карабинов лупасить. Вообще красавчики. Ничего не скажешь. Так. Заработали это хорошо. Так, кто у нас может напасть на нас на данный момент? На данный момент могут напасть кто? Правильно. Эльдары. Поэтому надо защититься от них. Чтобы они уж там сильно это не фигели. Так, подкрепление есть. И конец хода. Кто-то поплатится за это головой. Уничтожим врага. Это моя судьба. Нет, не напали на нас. Ну да ладно.
Значит, через ход нападем на них мы. Ну что ж, на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели.